В рамках празднования Дня пожилых людей в селе Несевух работники культуры Эльмира Алиева, Аминат Хабирова и Заира Гасанова совместно с учащимися местной школы с привлечением главы села и актив посетили несколько семей. Первым побывали у Аминат Лабазановой, которой исполнилось 90 лет. Она долгие годы работала в местном колхозе. С супругом Магомедом они воспитали семерых детей. Сын Магомед Лабазанов, первый зам председателя районного собрания депутатов, другой Ибрагим Халил, ведущий специалист районного управления образованием. Ветерана труда поздравили глава села Али Алиев и руководитель СПК Севух Шабан Газиев. В 1990 году на Генеральной Ассамблее ООН 1 октября было объявлено Международным днем пожилых людей. Первоначально этот праздник отмечали в Европе, позже в Америке, и к концу 90-х годов его признали во всем мире. В России этот праздник был признан в 1992 году постановлением о проблемах пожилых людей. А теперь слово предоставим нашим школьницам. Они прочтут стихотворение и споют песню, посвященную нашей бабушке Мумина. Ходит наша бабушка, палочкой стуча. Говорю я бабушке, вызови врача. Выпьешь ты лекарство, будешь ты здорова. А если будет горько, ну что в этом такого? Ты потерпишь чуточку, а уедет врач. Мы с тобой на улице поиграем в мяч. Будем бегать, бабушка, прыгать высоко. Ну что в этом такого? Это так легко. Говорит мне бабушка, что мне доктора? Я не заболела, просто я стара. Просто очень старая, волосы седые. Где-то потеряла я годы молодые. Где-то за далекими, за лесами темными, за горой высокой, за водой глубокой. Как туда добраться, людям неизвестно. Говорю я бабушке, вспомни это место. Я туда поеду, поплыву, пойду. Годы молодые, я твои найду. А теперь слово предоставляется главе муниципального образования села Несевух Алиеву Али Саадовичу. Нижица Муминат Кинатсагу Барклодуда Митарисе Сингнистер праздник Синги администрация Сурахасан администрация Халкава Зурахасан Диргора Хасанги Барклодуда праздник Синги Сахитлеги Талитлеги Симаса Йохаги Халатам Эмур Харун Житсаду Кинатсагу. Thank you.
Виштиан Абеделя, антивисе макло, действительно, виштиан Абеделя, кодово вас вида, бавал вас виши, ищище, биеви кодо, макло, макло, биеви косоду, виштиан Абел, аквал, либо чарит, или камат камерлач, или баларалач, или перестройка халда, большевики, да, да, не лага виштиан Абеделя. Хиван Абеделя, виштиан Настер Шапи Осман 84 года. Он окончил Хасаюртовский сельхозтехникум, потом агрономический факультет сельхозинститута, а еще 20 лет председателем колхоза Завета Ильича. За добросовестный труд награжден орденом Трудового Красного Знамени и 8 медалями. Он с супругой Марьям воспитал 10 детей. И безделье, да, страшное, да, камахало. Одиночество, да, печь страшное. В Русаде, да, у Дидального Софья, ваша угода Ингова, а здесь Саша, я еще и куда, и тем, когда мы за руки давай. Или в гурах и кварховы дойти. Увы, Дидона Кадьяти, я сатамина, да, одиночество, страшное, да, то. Я, Дене, хохвали, да, Масида, да, увы, Телевизор выкандил, хила цалиет, хили агандил, он общаться гейт, а вишта ачкевали, а там бакха вихати дал, да хили нервали чкида. Дена халге улзе, тем хилал гейч, это ашта ухвали, я тела, минар ки пикавира худа. Тебе сэр? Шапи Османа жода бархизе, бирго рахашанги, администрация тла рахашанги, культура тла хангирува нише, просвещатализе, жода бархизе, нихерисе, разные. Я люблю халатов номеру, сахли, один, тимкима за нахра, масли, зиги, совет, зиги, сахли, зиги. Председатель, зиги, аграфирма, гео, вески, али, ухану. Един отцу, един отдушил, дарат, ухану, ухану. Куда ухарми, харми, не дарат.
Подел чагу баркат гивук она синге. Все равно, ну же да, мир бихо могу ещё. Дунья. Уже синге ниже махти зиги фал уже да. Синге усовет ги ниже парам гивук на молодой. Галоха на специалисту, специалист в Укунге, да все равно баркат. Тлималась до наха. Иду сад, а он мучку шлина резу, внука, иди и вечерки его, шлеву, нельзя себе уйти в рохаль, печь еще ханьки, внука, особенно. Вот, хлимова за сами говорю, он ухерел. Вот, хол он слышу, хол не 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 слышу, Уважаемый Шапи Османович, сегодня мы собрались, чтобы поздравить вас с наступающим праздником, с Днем пожилых людей. В 1990 году на Генеральной Ассамблее ООН 1 октября было объявлено Международным Днем пожилых людей. Первоначально этот праздник отмечали в Европе, позже в Америке и к концу 90-х годов его признали во всем мире. В России этот праздник был признан в 1992 году постановлением о проблемах пожилых людей. Теперь мы слово предоставляем нашим ученицам. Они прочитают стихотворение и споют песню. Ваш бесценный опыт, ваши знания вы готовы нам передавать? Разрешите выразить признание, долгих лет здоровья пожелать. Всем пожилых примите поздравления. Желаем вам спокойствия, добра, любви родных, здоровья, настроения. Пусть будет жизнь на празднике щедра. Ваши годы – это ведь богатство. Столько есть у вас, что рассказать. Мы готовы вами восхищаться. С вас пример во всем готовы брать. Пусть внуки радуют и дети помогают. Пусть будет жизнь уютна и чиста. Ведь возраст не помеха, то, что знаем, в душе пусть будет вечная весна. Шапи Османович, дур цар Авунха, бутлили кхиналгу цаккадырль, хирал адама рук, адзин хирал рук или рук, он жрала вопхабырг, но годин адама дыха, поздравите, если же мы теперь бачкнем, жить когда бачкара праздники на вики, праздничный гир кокулов. Хайдин го нич ахута нижеги бук, хайбка праздники на муку. Синги Шапи Османович, если особенно баркала кезе, вот тунгу ди, в каком смысле, ужака, боги, ужака дир халду кэбэ, как рукой, ты хайз дирова тезе, уйди, колошу бы халду кэнах. А анализ обидал при Шапи Османович, халду кэбэ 750 чих. Ебу кудиев организация труда, кудиев халт и жака 25 часы, халт и чезавиз, 25 часы, зарплата чезавиз, 25 часы, социальный жал харизек и квот, олэч, например, цевук аркохозу, слуханжа, СПК. А в свое время 753 росла халт кулакунугу колхозу. Средняя зарплата, ха, постоянно халт, адамы, средняя зарплата от 250 до 360 рублей. Даже цо бригадире субатан 654 рубля среднемесячная зарплата, ха, пенсия лды, инельда. Жакай кина барас колет. Жакай, например, азарал лукун, интлезет кула адамы, зарплата, ха, там, 30 тысяч рублей, 10 тысяч рублей. 260 рублей, ежевук, она, Сухик халту кан хакима сошли зарплата. Шапил в свое время где-то около 300 рублей зарплата был на тебе. Хебжа как было 250-260 рублей до 350 рублей. Хеб, ну минимум 50-60 тысяч зарплата был. Так 55-60 тысяч зарплата это было адама дуре. Ледовите, а к нам по границе, а еще замки на ровный тир адам лоха. Хеб, куда минус лице как руководитель диргибателя, тиратом до Рерика Дениза Кеха. Я думаю, аллергия айбателя, ну, хина в Москве, сразу бачка в Москве, а он ворожу, ну, лежится халви хилип, халк хинер. Дель проблемы, социальные ракатологии проблемы, жанни рачинеги халк эвзик. В лице, цинги, руководство СПК графирма сивух, соответственно, лице руководителя, главы поселениях,
хезе будто могу бить от имени всех, как куди баркала шагая смену жду, а вроде куди халт эфекта. Не каждый один халт рушай шагу лицеца анализ хавуни хармад был за вдруг росал лица. Анализ хавид лицера адина в районал да действительно куды, не то что районал, да даже внутри Дагестана рух они по производству перевак алкуров Дагестана, но перевак и чулкум колхозовска переместаха. И вот кула куда кап халтих. Ханжеги от имени всех варкула до Метерисов Коша Биасманович. Варкалос. Хадархавиги, Хадархавиги биеги. Дидаги буквально... С 1 октября во всем мире особый праздник – Международный день пожилых людей. Этот праздник нашего поколения – это день бабушек, дедушек, родителей и старших, которые дают нам повод еще раз выразить свою любовь, признание, уважение и заботу умудренным жизнью людям и оказать им всяческую помощь и поддержку, сказал глава села Али Алиев. От своего имени и от всех пожилых Шапи Османович поблагодарил всех за такое внимание со стороны работников культуры и администрации села. В их возрасте главное внимание. Красивый дедушка есть у меня, люблю его я. А когда бездомный.